Медведева на второй президентский срок всем миром избрать. Дмитрий Анатольевич Медведев, всем миром побежать. За вас экраны, господин президент России, Верховный командующий ужом всем России, Дмитрий Анатольевич Медведев, с вами Владимир Медведевич Медведев, Владимир Кудин, Александр, Мария Владимирович, Кирилл Антон, Сергей Собянин, Тольга Россия, Трахиев, партия «Единая Россия». Все россияне дружно и одногласно идем голосовать, волю Евгения Народная. Дмитрий Анатольевич Медведев, все главные задачи не решать. Рекордный первый земляк. Организация, инновации. Великую святую Россию на века возрождали. С великой святой процветающей России Дмитрий Анатольевич Медведев, Иван Владимир Владимирович Медведев, Владимир Чукунин, Милый Сам, Мария Владимирович. Голосуйте второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуйте второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голосуйте второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. Вас уважаемый господин президент России, Верховный командующий, ужон сына России Дмитрия Анатольевича Медведева, Иван Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Кузин, Мин Санна, Мария Владимировна, Кирилл Кунцев, Песня Мазагань, Толга Арсений, Толга Реактивную партию Нижнего. Поддержите народа. Ребята, поддерживаем второй президентский срок Медведева. Голосуй за второй. Ура, победа! РГСУ как раз. Слушай, награды Медведевым, Путиным. Поздравляю вас, поздравляю вас. Поздравляю вас с наградами, медалями, орденами, вторым президентским сроком Медведева. Спасибо. Южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Вы творческая группа «Нестер Медведский», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной рядовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Наш Россия, наш президент, вас наш сын, правую честь. Единая Россия, единая страна, ты нашим сердце на века дана. Россия, ты сильная, ярчайшая звезда, Россия, ты всесильная, во всем везде всегда. Подосходим много, красивых, ярких звезд. Мы пать мою дорогу, приветку, срогу, Дмитрия Анатольевича Медведева. Служим даму, прыгайте на луи, кого вы, Дмитрия Анатольевича Медведева. Светлана Владимировна, Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас уважаемый господин президент России, Верховный командующий силами России Дмитрий Анатольевич Медведев. Владимировна, Яныч Медведев, Владимирович Путин, Кирилл Александр, Мария Владимировна, Кирилл Кузьмич, Кирилл Собянин, Сергей Евгеньевич Нарышкин, патриарх Кирилл, Александр Евгеньевич Кирилл, Александр Жуков, Авдеев, партия «Единая Россия», поддержка «Единая Россия», партия «Единая Россия», поддержка «Единая Россия», Кирилл, поддержка «Россия», наша Россия, наша Россия, наша Россия, наша Россия, наша победа! Слово первое! Прекрасно! Что сказано народом, пусть еще под тяжестью оков, но уже звенящие свободы к нам доносится сквозь череду веков. Пусть еще рыдает Ярославна, но она уже отомщена тем, что сохранили времена. Плач ее и горестный, и славный, пусть еще у половцев в плену князь, объятый ужасом затмения, но уже народное прозрение чтит великую, свободную страну. Ура! Скажите, пожалуйста, благодаря православной церкви, на протяжении всех веков, церковь поддерживала армию, боевой дух, экономику, духовность, культуру, нравственную атмосферу в обществе. Воспитывала молодежь. Воспитывала молодежь, брак, семью. Насколько важно, что сегодня, благодаря Медведеву, пусть патриарх Кирилл вам, светильникам, это все возродилось. И вот я надеюсь, что все-таки
наконец услышат то, что сказал Господь в своем Евангелии. И будет два в плоти единого. И что Бог сочетал человек, да не разлучает. Божественные слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поддержим Вторую Пресвятую Медведеву. Так говорил Кирилл Мефодий. От армии России. Спасибо вам, батюшка. Восхищаемся вами. Мы вас любим. За второй президентский срок Медведева. Спасибо вам. Благословение ваше. Спасибо. Спасибо, батюшка. Наша Россия, наш президент, только что бы священство и его святейшество, патриарх Московский, вся Руси Кирилл, и все иерархи, все церкви, и священство, благословили, армия, МВД, ФСБ, ГРУ, МЧС, прокуратура, все, и мы не поддержали, со всеми россиянами, на празднике Кирилла и Мефодия, в самом сердце нашей Родины, на Красной площади, на Васильевском спуске, все благословили, иерархи, патриарх Кирилл, благословили второй президентский срок Митрополитчика Медведева и высшие награды, Собянин, Бортникову, Мургалину, Сергею Семеновичу, Нарышкину, Сергею Евгеньевичу, партия «Единая Россия», наша Россия, наша Россия, наш президент. Купола Московского Кремля и храма Христа Спасителя взвелись над всей землей. Золотые кресты и купола храма Христа Московского Кремля и храма Христа Спасителя в самом сердце Родины родной. Триумфальную победу второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева. Курсы самого прогрессивного передового Лидия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Катерина Владимировна, Сергей Семенович Собянин, патриарха, его святейшество, Кирилла, Московский Арсий Кирилл. Кирилла празднуют все страны города. Второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, курсу самому прогрессивному передовому Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны и Ильича Медведева, Владимира Путина, на Кремль направляю. Давай, чтобы на фоне Кремля Екатерина Владимировича Путина, Александра Мария Владимировна Путина, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Эдуардович Дьяковлев, святейство, патриарха Московского Всеархиева Кирилла. Слава партии «Единая Россия». Слава! Ура! 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 Наша Россия, наша победа, века, триумф, наша Россия, успех, наш президент, ваша наша сила, Россия, право, наш президент, ваша сила, право и честь. Голосуй за второй страны. Включил, нет? Конечно. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой. Голос свой. За второй. Голос свой, за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас Мугажай, господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимировна, Илья Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Семен Собянина, Святейший Патриарха Московского Всеархиерея Кирилла, партия «Единая Россия», поддержка всенародная, Дмитрий, наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла. Одно ты на свете, одно ты такое, понимая Богом, родная страна.
Передача христиан голосовать за второй политический срок Дмитрия Анатольевича Медведева, такой там примитивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, они используют партии генерации. Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такой самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Фурина, Сергея Семеновича Саврина, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, важна сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым 2011 годом. Мы назвали главным человеком эпохи года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком эпохи года на планете 2010-11-10-летия, столетия, тысячелетия, главный герой России и всей планеты Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илью Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, его святейшего патриарха Московского Сиа России Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фракова, Шойгу, Голикова, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиу. Одно ты на свете, одно ты такое, понимая Богом, родная страна. Грызлова, Володина, Воробьева. Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам. Люночка, с Леной и Людмила. Ты что, еще съездил? Сейчас. Давай, засни меня. Поздравляю. Этот спортивный спуск мы посвящаем с любым уважением вам, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Светлане Владимировну, Илье Дмитриевичу Медведеву, Ивановичу Кудину, Александру Марию Владимировну, Екатерину Кудину, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура! Победа! Ура! Ура! Победа! Россия вперед! Поздравляю вас! Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», столетия, тысячелетия, главный герой России всей планеты Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, его святейшего патриарха Московского Сиа России Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фракова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Группа «Нести на близких» с любой уважением, ущением и благодарностью. Я славься страна, мы гордимся тобой. Сказали, что мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячные форумы все регионы России поддержали.